Здравствуйте. Накануне 22 августа 2021 года в Сальском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП. На 58-м километре автодороги Егорлыкская-Сальск столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовой фургон «Газель». В результате 5 человек от полученных травм скончались. Двое из них оказались дети. Еще один человек с различными травмами госпитализирован в больницу. По предварительным данным, в 16 часов 20 минут 44-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны Сальска в станицу Егорлыкскую, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой «Газелью» под управлением 40-летнего водителя. От столкновения «Газель» перевернулась и загорелась. В результате столкновения оба водителя и три пассажира «Калины», двое из которых 12-летняя девочка и мальчик, которому не исполнилось и 2 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, женщина, получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. Как позже выяснилось, спустя пару часов женщина скончалась в медицинском учреждении. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 22 августа 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 360 случаев ДТП. В них погибли 45 человек, трое из них оказались дети. Различные травмы получили 462, 55 из них — дети. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!